Привет, вы на канале Дикая Пума. Сегодня мы играем в Майнкрафт, как я и обещала, что будет вторая серия в тропиках около пляжа. И сначала мне надо потрудиться. Очень сильно. Ну вы понимаете, да? Можно пока что убрать тут немножко. Сначала работа, а потом отдых. Ну это понятно. Так. Не хочу разрушать это, но придется. Или можно вот так. Два лежака. Если вы хотите отдохнуть в Майнкрафте, как и я. Как летние каникулы, то я советую вам взять лежаки. Дальше. Если вы хотите загорнуть, то можете взять любого цвета коврики. И, кстати, у нас тут куча деревьев. Вы скажете, а зачем мне делать зонтики? Зачем? Для красоты. Потому что на пляжах всегда есть такие красивые зонты. Так. Ну, вообще-то вот так мы делаем. Все, готово. Вот один зонт. Можно сделать лежаки таким образом, что сделать так. Можно под зонтиком лежать, а можно без зонтика. Кто хочет загореть, называется. Готовушки. Ой. Ставьте. Так. Я бы хотела еще. Так. Вот. Любого цвета. Чуть-чуть продвинемся. И вот тут два красивых таких рыжих. Так, все чудесно. Это прям чудесный будет отдых. Так. Вот. А как же мы забыли, что нужна одежда? Например, шляпа. Там любая. Я хочу вот эту, потому что комфортная. Во-первых. Во-вторых. В жаркий день, чтобы отдохнуть в Майнкрафте, можно сделать где-то в теньке просто кровати. Где-нибудь вот тут где-нибудь. Две кровати. Можно 3-4, как с друзьями отдыхаете. Дальше. Отпуск в Майнкрафте. Нужен, конечно же, арбузик, фрукты. Ой. Яблоко. И как насчет какого-нибудь вкусного коктейля или напитка? Так. Красиво. Вот. У меня 3 напитка будет. Конечно же, нужен здесь вот эти припасы. Раз. 2 и 3. А как же без книжек в летний день? Что же человек будет делать? Как же без музыки? И, конечно же, котла. Котел. Котел нужен, конечно же, в отпуске.
Ну, не на пляже, а в походе. Ну, котел нужен, чтобы пожарить, что-нибудь сварить. Вот так сделаем. Так, там должен быть внизу огонь. Котлы поставлены. Котики, котли. Конечно же, можно какие-нибудь маски одеть или просто повесить для красоты. Постройте это и удивите своих друзей, и тогда они сойдут с ума. А если они скажут: ой, да ладно, я лучше видел, да не слушайте их. Ну, я люблю вот это. Да, я люблю это. И можно поставить вот сюда. Для красоты и для действия. Дальше музыка. И книжки. Дальше. Мы забыли про факелы. Так, где они? Вот они. Факелы нам нужны. И, конечно же, цветы. Ой. Цветы нас радуют каждый день. Возьмите любого цвета, какие вам нравятся. И поставьте рядышком. Например, тут так, чтобы было красиво все. Дождик пошел, но он не испортит наше настроение с вами. А что тут у нас? Тут у нас должно быть все чудесно. Оп! Смотрите, как все чудесно. Если вы хотите что-нибудь съесть такое вкусненькое, можно взять, конечно же, мои любимые печеньки, тортик. Печеньки, тортик и что-нибудь мясное. Не забывайте, надо брать с собой что-нибудь мясное. Я люблю рыбку и крольчатину, потому что я цвет, и я люблю мелкую добычу. Давайте, время, погода ясная. Я думаю, что скоро темно уже, скоро потемнеет. Да. Можно насладиться красивой луной. Если там темнеет, ну, уже садится солнце, тут луна будет. Я удачно сюда пришла. И пока не поздно, я думаю, что можно поплавать. Почему бы нет? Когда мы все уже сделали, можно плавать, веселиться, хоть я в выживании. Мирно. Ой, хотела съесть немножечко. Сейчас будет луна и будет чудесно. Можно выпить коктейль. Я думаю, что у меня все получилось круто на гавайский отпуск. Хотите, я могу сделать то же самое с походом, с лагерем. Просто построим лагерь, и я вам покажу все. А сейчас будет луна. Звезды появляются. И луна потихоньку встает. Видите, она уже почти встала. Думаю, что может... есть. И яблочко. Нужно было взять другое яблоко, которое блистательно. Теперь я быстрая. И хотите, я сниму видео еще про жизнь оцелота. Да-да, про жизнь оцелота. Как живет оцелот в диком тропическом лесу. Я думаю, что я не буду удалять этот мир, потому что он крутой. Я настроила этот. Это не полнолуние. Это просто луна. Красиво. Можно заплывчик сделать. У-ху! И отсюда посмотреть, что получилось. Мне нравятся деревья тропические такие. Они крутые.
Можно позагорать, можно посидеть, что угодно сделать. На природе поспать, отдохнуть. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!